Добрый день, друзья! Сегодня мы разберем текст из 27-го урока про рождение науки. «Эн палайос эде хроноис, хойтэс айгюбту басилейс, тас пирамидас едрюэстэй экелеуса, ка энион басилеон пирамидас эти ка нюн таумазунтэй юбо тонпырюму омену». «Эн палайос хроноис». В древние времена, это уже, уже в древние времена, Гой Басилейс, цари, номинативус плюралис, цари чего? Тес Египту, Ай, цари Египта, что Экелиуса, они приказали, аорист, приказали, ну, приказывали, приказали буквально, приказ, приказали, и здесь у нас идет э, аккузативу с ком инфинитиву, где в роли подлежащего идет таз пирамидас в аккузативе, пирамиды, значит, это у нас аккузативу с плюралис, и глагол яд ядрюстай, пассив, значит, это вот ядрю, строить, воздвигать. То есть приказывали, чтобы пирамиды строились, возводились. Так, кай, Пирамидас. пирамиды и не он, Василион. Некоторых царей генетивус плюралис. Эти кайнюн. Еще и сейчас. Что делают таумадзунтай, Вызывает восхищение. Юпотон преумен. У путешествующих. Ну, буквально здесь у нас пирамиды, восхищаются путешественниками. Да. Это у нас пассивные конструкции, где, значит, таумадзунтай это пассив, юпотон преуменной вводится через генетив действующее лицо. Но мы переведем активно на русский, что они вызывают восхищение у путешествующих. Путешествующие – это у нас, значит, причастие отложительного глагола «реумой». Значит, в, уже в древние времена цари Египта приказали, чтобы пирамиды возводились, и некоторых царей пирамиды еще и сейчас вызывают восхищение у путешествующих то апофанонта тафон. так здесь у нас сложное предложение надо разобраться что от чего зависит но значит главная часть это у нас э, эфато э, казалось э, казалось что и дальше вводится значит номинативу, с он вот такой вот что она кайон эй най. Это у нас с конфинтиво, что является необходимым необходимым что и дальше от этого номинатива с зависит акузативу с ком инфинитиву который значит входит оставшаяся часть этого предложения значит дальше ищем подлежащее в аккузативе. Вот оно. Тон Басилея. Царь. казалось, что было, является необходимым, чтобы царь Эхин имел, чтобы царь имел, он тоже, значит, инфинитив, чтобы царь имел, что? Мегистан Ойкисин, величайшее жилище, Кай асфалетафун И безопасную могилу. Это все у нас аккузатив И апофан нон, та, а, согласуется с царем а, от глагола апофне, апотнеско, умирать. И это причастие аориста. А, вот как раз с изменением основы, про что говорится в этом уроке, где у нас апофнеско превращается в апетанонт. И это у нас Participium Conjunctum, поэтому мы можем перевести это, ну, как, скажем, и причастный оборот, умерев. То есть, после того, как он умер. Короче, ведь казалось, что было необходимо, чтобы царь умерев имел величайшее жилище и безопасную могилу. То есть, дебосилеусин умон он поедулой, кай эргате есен, ала кай хресимой арифметикой, кай геометрой, кай тектонес. То есть, где Василевсин? У царей. У кого? Значит, это у нас дативус. Пассивус. У Монон. Не только полой, дулой, многочисленной рабыкой, эргатой э, и работники эссен были Алла Кай, но и Хресимой арифметикой Кай Геометрай Кай Тектонес, но и э, значит, Хресимой отдельные э, умелые значит, вот эти арифметики, геометры и строители. У царей же не только многочисленные рабы и работники были, но и дельные счетоводы, геометры и строители. Гой кайтес и Гюптиой и Египетские жрецы. Эсен были эпистемонес, следующими. Были следующими в чем? Это будет с генетивом. Используется это у нас генетивус объективус. Были следующими в э, врачебной науке. Э, египетские жрецы и его врачебные науки следующими были. Тус, Бабилониус, Иерайс, Иерес, Тастон, Астеронгодус, Астеронгудус, Акрибос, Экситасей, Кай, Анаграпсей, Гой, Эллиникойс, Графейс, Легусин. Главная часть предложения это Гой, Эллиникой, Сюгра, Гой, эллиникой Лекуси. Греческие писатели говорят в настоящее время, говорят, что получается с скором инфинитива. А говорят, что значит, подлежащие туз, бабилонюс и раз, что вавилонские жрецы, аккузатив, а, так, теперь еще инфинитив, роли сказуемого. Эксетасой кай а, то есть а, исследовали и а, записали. Это у нас а, инвентивы аориста. Что? Тас родус пути Акудативус плюралис, пути чего, тон, астерон, пути звезд, Генетивус плюралис. И акрибос это точно. А греческие писатели говорят, что вавилонские жрецы пути звезд точно исследовали и записали. Поладе пара паратон, Айгиптион, Кайтон, Вавилонион, Эматон, Ой, ион, Ионас. Ой, Ионас юницы эматон учились, выучили, узнали, узнали. Это глагол МОНТАНО, uh, который в аористе будет иметь вот такую вот другую форму. Uh, значит, это у нас аорист uh, третье лицо множественное число. Юницы узнали uh, что? Пола, пола Многие вещи. Аккуративы с плюрали среднего рода. Паратон, Египтион, Кайтон, бабилонион У египтян и вавилонян. Это значит, генетив. Многие вещи от египтян и вавилонян узнали ионит. Акрибей де ноесей эгигнос con ten pases tes fuseos el nomien. Глагол здесь эгигноскон. А, они познавали imperfect а, чем? Акрибей нойсей. А, точным мышлением дативус инструменте узнавали что тен феномен благоустройство благоустройство чего тес фюсес» всей природы генетивус сингулярис точным мышлением они познавали благоустройство всей природы уто талес поте Эклейпсин тинату хлю проейпен. Вот. Таким образом, так. Фалес милецкий. Поте. Однажды некогда. Что сделал? проэйпен, Предсказал. Глагол э, пролепо. Ой, пролего, извините, пролего. Э, вот он будет в. Аористе Лего. В Аористе становится Эйпен, а про Лего становится про Эйпен. То есть предсказал, Лес Мирецкий предсказал, что Эклепсин, Тина, некоторое, некое затмение, затмение чего? Турелью, Солнце, генетив. Так Фалес Милецкий некогда затмение некое солнце предсказал. Го аутос эномисен панта экту юдатас генестой. Го аутос э, он же, что сделал эномисен, э, посчитал амидзу считать это аорист э, и это вводит э, в пород акузативус кунгнитиву где в качестве подлежащего панта все вещи генестой э, генестой э, от глагола, значит, э, возникать, это инфинитив э, аориста, то есть возникли, э, посчитал, что все вещи возникли, экту юдатус, из воды, это генетив. Он же посчитал, что все вещи из воды возникли. Полус эниаутус, татес фюсеус эрга этеу оресе, преоменос эйстен бабилонион эф гиппо э гармати, кай эйстен айгиптон эн не и. Это значит про него же неутус» много лет так кулатив как раз многие годы кулативу стемперис он что сделал это ооресы он рассмотрел за за многие годы он рассмотрел аорист, рассмотрел что-то дела деяния дела плюралис среднего рода, дела чего? Тес с природы, генетив. Он, значит, и дальше пореомы, но это причастие вот пореомы, путешествовать отложительный глагол, то есть мы, ну, здесь это протегипиум каньонкрум, поэтому мы переведем как отдельное предложение, когда он путешествует, или как причастие путешествуя. Куда? Эйстен Библонин в Вавилонию кузатив F э, по Re Arnati. F это эпи, так э, изменилось. То есть на коне или на и на колеснице. Э, ну, при помощи коня и колесницы. Ну, на коне и на колеснице. Э, датив. Э, к, Эйстен Айюптон в Египет, кузатив Н на корабле. За много лет дела природы он рассмотрел, путешествуя в Вавилон на коне и колеснице, а в Египет на корабле. Войгар Гелинис госпротеран Эмате Т, Филой Сентесталатес, Кайнауси Фероменой Элтон Эйснеас Хорас Кай Геврон, Пантоя, Этне, Агноста. Вой Веленес, греки. Вос, Протерон, Эматеты. Как ранее, Эматеты, это глагол МАНТАНО. в Аористе приближается вот в такой Эматон. Это второе лицо множественное на число, то есть вы узнали, как ранее вы узнали. Эссен, значит, греки Эссен, Филой. были друзья. Друзья чего? Тесталатес, море. И а, Науси Фероменой. Науси чем? Дативус вот плюралис. С кораблями. фероменой Носимые. Причастие глагола феро. М -м, пассивные. Ну да, вот. Носимые кораблями. Что сделали греки? Элтон. Они прибыли. Это глагол эрхомой. Прибывать, приходить. М -м, который в аористе выглядит как Элтон. Здесь это третье лицо, множественное число. Значит, греки прибыли. Куда? Иснеас Хорос в новые земли. Кай Эгеурон. И нашли, это глагол эвриско. эвриско, находить, ну, как Эврика, Сюда. И нашли, то есть тоже неправильный новый из урока Аорист: Нашли, что Пантоя этне агнста. Многочисленные, ну, в... всяческие э, неизвестные народы. Куда Тивос плюралис? Ведь греки, как ранее вы узнали, Друзьями были море и кораблями носимые прибыли в новые земли и нашли всяческие неизвестные народы. Наксимандрос део милесиус, спинокатес гесе поясе, клайпитагорос восамиус, протос эделусен, Ос геге эсти сфайроэйдес. Анаксимандрос, о милесиус, анаксимандр милецкий. Эпоисы сделал, Аорист сделал что? Пинака. карту, пинокс, да, а, так узатив, вот, сделал карту чего? Тес, гес, земли, генитив. А, Питагорас, восамиос, а Пифагор самоский, протос впервые, Эдеусен, обнаружил, выявил, выявил, что в что э Земля есть что Земля является шарообразной. Анаксимандр Милецкий карту Земли сделал. И Пифагор Самоцкий впервые обнаружил, что Земля является шарообразной. Дикаюс ара, эйпой, тис антус, ионас, эйней, полон, эпистемон, гонеас. Дикайус, справедливо. Ара. Итак, следовательно, эйпой. Эйпой это глагол ⁇ лего, который в Ауристе имеет форму эйпон, uh, а здесь это аорист – «аптатив». То есть мог бы сказать тис, некто, кто-то, мог бы сказать еще из ан вот этой частицей, то есть потенциалис. Кто-либо мог бы сказать, и дальше идет аккузативу с инфинитива, что Тус Ионос, это у нас подлежащее в окузативе. Ионицы. являются инфинитив. Являются гонея с родителями. Родителями чего? Полон эпистемон. Многих наук. Инфинитив плюралис» — Справедливо и так э, некто мог бы сказать, что ионицы были являются родителями многих наук. Персентенции. Гу эстин эргон кайрос Ахрестой логой. Гу. Где или когда. Когда кайрос время, подходящее время эстин есть. Время чего эргон дел. Когда время дел Логой. Слова. А Бесполезные, неподходящие. Там, где и тогда, когда э, время для дел, слова бесполезны. Пасес гелюпес гигнета и атрос хронос. Хронос, время, гигнет, Гигнетай является, становится, становится и отрос врачом. Чего? Пасес Люпес. Каждого горя. Генетив. То есть время является врачом каждого горя. И тут еще отрывок из элегии Фиогнида. Ну, я буду читать не, не как стих а, просто розу. А, музика и харитис, а, диос, а, гайпот кадму из гамон алтуса и калон из эпос. Ну, давайте здесь остановимся. значит, музыка и харитис. Обращение. Музы и хариты. Курой Диос. Деловые. Кого? Зевса. Диос. У нас ну, это у нас обращение все это а, так и дальше, аэсат, аесате вы спели? Аорест от аду. Вы спели что? Колон эпос. Красивый эпос. Аккузатив. И тут еще у нас остается вот это. Рай. Которые буквально под некогда. Элтусай. по форме это причастие э, аориста от глагола эрхумай. Эрхумай превращается в элтон в э, аористе, а это у нас значит причастие аориста. Номинативу плюралис женский род. Переведем как партикипиум конъюнктум, то есть, ну, через две причастия, давайте, «Вай, придя, придя некогда, с на свадьбу. На свадьбу кого? Кадму. Кадма. Музы и Хариты, Девы Зевса, которые некогда на свадьбу Кадма придя, которые когда-то пришли, красивый эпос вы спели. Оти колон филон исти, тоду колон у филон исти. Это значит цитата того, что они спели. Вот все, что, все-что э, колонн, все что красиво, филон исти, является ну, дружелюбным, каким-то хорошим, дружественным. Э, тот у колонн, а то, что некрасиво, у филон исти. Недружественное есть. Тут эпос Атанатон ЛТ Диастоматон. Тут, тут эпос. Это слово. этот эпос элте, Прошел. Опять же, это глагол эрху моего аористе. Прошел диа стоматон, а, он Тут перестановка из-за поэзии. Через уста. А, нет, да, через уста. Уста кого? А, бессмертных. А, атонатон. А, это слово через уста бессмертных прошло. Все. С 27 уроком закончили. В следующий раз будет 28 урок. Поэтому Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Подписывайтесь на телеграм-канал. Пишите в комментарии, если вы заметили ошибки. И спасибо за просмотр.